По многим юридическим вопросам наши люди оказываются полными профанами, поэтому не знают свои права и оказываются уязвимыми в отдельных спорных ситуациях. Такое происходит в обычной жизни, такое случается и в поездах. Для предотвращения таких ситуаций сотрудники надзорных и правоохранительных органов организуют своеобразный ликбез прямо в стенах вокзала. Сегодня 13 августа 2019 года сотрудниками транспортной полиции, линейного отдела на станции Ахтубе, административной полиции, миграционной службы, а также 3-й роты, совместно с партией «Нур Отан» и ЖД-организациями транспортной прокуратуры проводится акция приемная на вокзале. Данная акция может жители города Ахтубе и гости города Ахтубе могут обратиться по различным вопросам, касающимся по транспорту, где полицейские окажут консультативную и правовую помощь. Данная акция будет проводиться ежемесячно на первом этаже железнодорожного вокзала станции Ахтубе. Обратиться к специалистам может каждый гражданин. Его проконсультируют на месте по всем волнующим вопросам, связанным с передвижением и путешествиями. Также можно получить информацию от представителей АО «Пассажирские перевозки» и партии «Нур Отан». В дальнейшем акция будет проходить ежемесячно. Отметим также, что с начала года сотрудниками ЛОП на станции Ахтубе было составлено более 2000 административных актов за различные нарушения. Ирина Гусь, Мирлан Манжолов, программа «Факт».